Друзья, нам сегодня сообщили очень ужасную трагедию, от которой заплакали многие поклонники. Сегодня трагически ушла из жизни всеми любимая известная певица Саяко Канда. Ее тело было обнаружено под балконом отеля, который она снимала, в городе, в который она приехала на гастроли. Смерть наступила примерно час назад. Подробности пока не уточняются. Связаться с родственниками у нас не получилось. Полиция отказалась от комментариев. Друзья, все знали эту певицу и все любили ее песни. Многие ее концерты можно посмотреть на YouTube, в интернете. Давайте поддержим наш канал, подпишемся на него, нажмем на колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропускать такие новости. А мы будем радовать вас каждый день свежими новостями шоу-бизнеса. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.